să prinzi rezultatul votului și ce veți face în primul rând, chiar în zilele următoare? В первые дни, скажу, конечно же, в первые дни сразу же мы начнем уже действовать. То есть у нас есть конкретные пункты по инфраструктуре. Мы быстренько уже пригласили компанию, которая как личный мой консультант проанализирует ситуацию и даст нам по пунктам, что мы начинаем делать в первую очередь, что мы начинаем делать во вторую, что мы начинаем в третью. Это я обещал избирателям нашим в ходе предвыборной кампании. И по всем остальным пунктам, как я сказал тоже, то есть мы сразу приступим к выполнению взятых на себя обязательств, и это сможете увидеть максимум в течение месяца-двух.